Атабеков тошон деп кол чаба менен узатып алдагын ал эми биз кезектеги мушкерлерге көңүл буралы. Урматтуу Аралаш мушташ өнөрүнүн көрмандары, чындыгында бул өтө жогорку деңгээлдеги жогорку масштабтуу таймаш, дүйнөнүн ар кайсыл континентинен келген деп айтсак болот. Жада калса Бразилиядан келген Марко Соуза бар, ал Нурсултан Рузимбоев менен беттешет. Азыр болсо монголиялык Нардин Эрдене 71 килограмм салмак чендиргинде биздин мекендешибиз Нургазы Балтабаевга каршы чыгат. Мына ушул Монголия, Япония, ошондой эле бразилиялык мушкерлер калды. Ал эми калгандар албетте биздин кыргызстандык файтерлер. Мына монголиялык мушкер бул жака чыгып келе жаткан учуру жана ошондой эле НТ Спорт каналы сиздерге түз эфирде бул беттешти сунуштап атат. Ал эми Ютубта дагы VF Global деп түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ал жакта японча, португалча, англисче көптөгөн комментарийлер да келип атканына албетте биз күбө болуудабыз. Ал эми беттештеги мына ушул беттеште сиздерге кызмат кылаткан мен Эркин Абдулаев жана ошондой эле менин катарыма жаңыдан кошулган Адилет Темирланов, кош келипсиң. Спасибо, коллега. Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств. Да, мы с вами после музыкальной паузы возвращаемся во дворе спорта имени Куджумкула. И здесь у нас бой под номером 14. О выходе данного бойца наш коллега отлично информативно рассказал. Но я, конечно, через некоторое время озвучу данные и информацию о нашем бойце. Нургазы Балтабаев. Ну что ж, понаблюдаем за выходом нашего отличного бойца. К слову, нужно отметить, что выход до этого монгольского бойца был таким эпатажным, честно говоря, такой, ну, знаете... Так, ответка. Апперкот издалека не достает. Разрывает дистанцию монгольский спортсмен. Очень неплохо, кстати, чувствует дистанцию. Сближается, опять же, через лоу-кик, либо через джебы. Потом уже ближней дистанции на коротком, как говорится, на коротком рукаве уже пытается достать нашего бойца. Но, тем не менее, это дает хорошие плоды. В частности, Нургазы Балтабаев как-то вот скомканно начал. И, опять же, не может нащупать свой ритм. Это видно, это понятно. И здесь, конечно, чувствуется. Так. Размен у сетки. Так, в клинче. В хоккейном клинче сейчас сошлись бойцы. Так, будет ли перевод? Нургазы Балтабаев пытается сейчас взять под контроль спину. Опять же, сделать перевод в партер. Но, опять же, это ему не удается. Так, есть перевод. Пока что сложно. Так, ногу забрал. Отлично, неплохо. Но мы знаем, что выход из такого положения... В принципе, предсказуемо, нужно крутиться и там уже стараться сделать выход. Так, держится монгольский боец. Характер у него не занимает, конечно. Чувствуется, что ему сложно, но тем не менее он терпит. Так, отлично забрал лодыжку-то.
Отличный болевой, так. Но монгольский боец видит, все контролирует, он все хорошо осознает и, в принципе, пока что проблем не испытывает. Так. Руаза Балтабаев. Так, обработал. Так, вышел сзади маунт. Фулл маунт. Так, добивание. Нужно уже отпускать, я думаю, Нургазу Балтабаеву, что все-таки нужно понимать, что сейчас монгольский боец начал расстреливать, в принципе, из доминирующего положения. Так, начал обрабатывать. Гранд энд паунд. Не скажу, что они очень такие энергозатратные, но, опять же, чувствуется, чувствуется мощь, конечно. Так. Как скрутил-то? Удушение через руку. Нургазу Балтабаев так не сумел. Устали, подсели уже бойцы. А между прочим, первый раунд еще не закончился. Бэкфист проваливает монгольского бойца. Так, забирает спиной. Какой грамотный перевод. Нужно дожимать здесь. Нужно. Ошибся Нурдин Эрдене. Конечно, ошибся с бэкфистом. Несколько раз мы видели, как монгольский боец пробивал бэкфист. Этот момент он, Нургазу Балтабаев, хорошо запомнил. Так, это уже все, уже, я думаю, ситуация, конечно, кардинально поменялась. Добивание. Сумеет ли здесь удержаться до конца раунда? 30 секунд. А между прочим, монгольский боец очень крепкий. Несколько таких опасных моментов выдержал и очень грамотно вышел, между прочим. Два раза Нургазу Балтабаев брал спину, два раза пытался провести удушение, и два раза монгольский боец все-таки уходил. Ну что ж, Нургазу Балтабаев, хоть и является чемпионом по джек-пи-джек, все-таки он ориентирован именно на грэплинг. Так, рычаг локтя. Забрал руку. Так, стон-кики сейчас мы видим. Именно ступни, удар, ноги сейчас, по идее, запрещены. Ну что, завершился первый тайм. Если говорить об итогах первого раунда, то, конечно, я склоняюсь к такому мнению, что по большей части монгольский боец выигрывает по очкам. Да, потому что нужно понимать, что, опять же, вот этот нокдаун в начале отрезка первого раунда. Во-вторых, опять же, его выходы из фулл-маунта, опять же, из удушения. И, конечно, его добивание. Помните, когда Нургазы Балтабаев забрал его ногу, пытался здесь уже уйти на болевой, то, конечно же, что монгольский боец как бы сориентировался и начал отлично расстреливать именно из положения маунта. И, конечно же, тем самым неплохо провел атаку. Ну что ж, отлично задел, отличный первый раунд, опять же. Но, опять же, как-то не все удачно складывается для нашего бойца. Я думаю, Эмиль Токтогонов, конечно, сделает выводы. Он сейчас, конечно, даст расстановки. То, что мы сейчас и видим, Эмиль Токтогонов, да, попытаюсь, конечно, объяснить, как-то расшифровать старания Эмиля Токтогонова. Скажу, что он сейчас пытается объяснить нашему бойцу, что нужно по большей части доминировать. Честно говоря, Нургазу Балтабаев вообще не получается у него сблизиться. Даже если он сближается, то он очень много пропускает. Вот, вот этот удар, боковой удар короткий такой, наподобие боксерского хука. Он потряс Нургазу Балтабаева, он пропустил и сам провалился. И вот смотрите, из положения фулл-маунта. Я, честно говоря, вот здесь уже думал, все, уже нужно бой останавливать. Но судья все-таки решил повременить, и оно и к лучшему. Как показывает практика, Нургазу Балтабаев все-таки смог выдержать этот натиск. Ну что ж, начало второго раунда. Ждем, конечно, чем же все это закончится. Ну что могу сказать, Нурдин Эрдене, да, действительно очень хороший боец. Опытный, чувствуется. Но в то же время наш боец тоже как бы начал уже, так сказать, чувствовать, да, на интуитивном уровне своего соперника и начал отлично пользоваться своими моментами. Так, второй раунд. Разведка. Опять же, короткие джебы, наподобие тычков, конечно. Ну, это, конечно, для отвлечения. Так, лоу-кик передний. Не то чтобы удар, а по большей части. Ох, какой хороший оверхенд пропускает Нургазу Балтабаев. Хорошо, что он удар был слабым. Так. Я заметил, что монгольский боец по большей части как базовый кикер. То есть вот эти тычки руками и ногами, а потом сразу же сближается и боковой оверхенд. Нечто подобное, конечно, делал в UFC раньше Олег Тактаров. Если хорошо знакомый нам, один из первых чемпионов UFC в СНГ. Ну, он, конечно, был базовым самбистом, а РДН по большей части базовый кикер. Так, обратно забирает, пытается забрать спину, опять попытка рычага локтя. Так, Нургазу Балтабаев, сумеет ли он забрать руку? Нет,
Очень грамотно сейчас выходит в защиту. Так, монгольский боец. Неужели выиграл? Все было как-то не видно, честно говоря, не заметил. Сейчас при повторе режиссеры должны нам показать. И монгольский боец сразу же апеллирует, мол, типа, я как бы не стучал, почему вы бой остановили? Ну, такое мы часто видим. Бойцы как-то, честно говоря, даже если они сдаются, после этого начинают, особенно бразильские бойцы, есть такая мировая тенденция, бразильские бойцы всегда проигрывают по ходу, даже если проиграв, они начинают потом апеллировать, мол, типа, судья как бы очень рано остановил бой. Но, тем не менее, сейчас, конечно, все вопросы отпадут, я уверен, после повтора, потому что мы должны все-таки немножко проанализировать, что же случилось, потому что из ракурса, который мы видели, честно говоря, не было видно, что же будет. Мы должны понимать, если бой был остановлен очень рано, то это, конечно, опять целиком ответственность рефери. Боец в таких случаях, команда бойца может написать апелляцию, его рассмотрят, а потом уже примет решение. Но это опять же после турнира, после боя. Так что будем ждать. Да, не согласен до сих пор монгольский боец. И, честно говоря, мне тоже очень интересно. Как-то все сумбурно закончилось. Ну что ж, подождем, подождем, конечно. Аяғында барбермина чығып келді. Демек, ирдене. Чындығында сен айтқандай... Қалыс біраз ертерек тоқтатып қойған жоқ па деген сұрау туылады. За 1 минуту 2 секунды. Болевым приемом на руку. Победа держал. Балтабаев Нұрғазы! Да, Нұрғазы Балтабаев. Емел Тоқтоғановтың шакерте. Азырымына қайтылудан қарап өгіріз. Дал ұшыл эпизодты бізге берет болды екен. Вот, перевод в партер. Получается. Здесь он пытается забрать руку. Но он ничего не забрал. Переворачивается так. Я лично не вижу ни хлопков, ни сигнала о сдаче. Вы заметили? Я лично нет. Албетте, менде деле эки анжы пикир бар, бирок бул акыркы эки мушкердин таймашы эмес. Эгерде кийин калыстатуу кандайдыр чечим чыгара турган болсо, кийинки беттештерде булар кайрадан экөө чыкса болот. Ошондой эле Ирина Шевченко азыр сыйлыкты тапшырды. Бул атактуу Шевченколордун да машыктыруучусу жана алардын жакын адамы тайбокс боюнча машыктыруучу. Эң башкысы ошентип биз VF Global 14 турнирнин эң кызыктуу жерине келдик. Себеби азыр монголиялык, мындан кийин япониялык чыгат. Булардын баары ошондой эле бразилиялык мушкер бар, алардын баары мына ушул арзалеттин өкүлдөрү. Бул япониялык ушул аралаш мушташ өнөрүнүн жеңүүчүлөрү. Азыр Балтабаевдин сөзүнө кулак салалы. Алла ыраазы болсун. Эң биринчиден менин жаралышыма себеп болгон ата энеме, бир туугандарыма чоң ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Жана мен тренерлерим Эмил Токтогонов, Рустам агайым жашман баштаган биринчи спортко келгенде баштаган агайым Аби агайыма да чоң рахмат. Жана бизди ушундай кыргыздын жигиттерин дүйнөгө таанытып аткан себеп болуп аткан кыдырмышев байкебизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Буюрса кыргыздар, мындан дагы жакшы бойлорду өткөзөбүз. Силерден кечирим сурайм, жакшылардан чалбаганыма. Шүгүр, рахмат, Аллага шүгүр, чексиз шүгүр. Даражаңарды көтөргөн жана баардык мени колдоп келген жигиттерге дагы чоң рахмат. Баарына, досторум баарына, Бостон кумы сила, рахмат чоң баарыңарга. Мына чындыгында Нұрғазы Балтабаев жакшы даярданбай чыккан үчүн кечирим сурайм деп айтты. Мына адилет, сен деле байкадың болушу керек, биринчи раундда эле кадимкидей анын чарчап чалып калганы байкалды. В концовке первого раунда, там первый раунд еще не закончился, он уже подсел, помнится, это уже